На днях в кинотеатре Сарыжаляу состоялась фотовыставка «Мир глазами карагандинцев». Не первый раз туристическая фирма «Карлыгаш» организует для горожан подобное окно в мир отдыха и удивительных приключений во время отпусков, которые карагандинцы провели за рубежом. Выставка посвящена Дню единства народов Казахстана и Дню Победы. Наши покоряют мир. Такое первое впечатление от выставки фотографий. В большинстве своем это любительские фото, но они несут в себе эмоциональный настрой первооткрывателей неизведанных до сих пор земель. Одно дело знать о стране по видеофильмам, туристическим проспектам и совсем другое – воочию увидеть, как живут люди на других континентах. Уже 8-й раз туристическая фирма «Карлыгаш» при активном содействии с карагандинским филиалом партии «Нур-Отан», управление физической культуры, туризма и спорта проводит традиционный конкурс «Мир глазами карагандинцев». Это фотоконкурс. Турист, который путешествует от нашей фирмы, приносит нам фотографии размера А4. И за целый год набирается определенное количество. В этом году было более 1200 фотографий. Семья Кимановых почти 20 лет пользуется услугами турфирмы «Карлыгаш». И где только не побывала за это время. Пакистан, Эмираты, Турция, Чехия, Австрия, Германия, США, Таиланд. Мало, Рахима Киманова сейчас в Париже. И приз за долголетнее сотрудничество, бесплатная поездка в Анталию, получал ее брат Булат Киманов. Очень много эмоций. Потому что когда не ожидаешь, все это приятно. Экспромт всегда приятно. И когда вот такой большой-большой подарок нашей семье за многолетнюю, почти 20-летнюю преданность туристической фирмы «Карлыгаш», это очень-очень приятно. Сердце бальзам. Перед членами жюри стала нелегкая задача из тысячи снимков самого разного жанра выбрать лучшие и назвать победителей в 18 номинациях. Лучшее семейное фото, я познаю мир, пляжная фотосессия, в мире животных. Вот неполный перечень тем, в которых соревновались карагандинские фотохудожники-туристы. Здорово на время забыть о проблемах и ежедневной рутине. Вдвойне приятнее вновь окунуться в летнее беззаботное время и готовиться к новым приключениям во время очередной туристической поездки. Призерами в этой день стали не только взрослые, и юные туристы получили подарки. Артем Долганов стал самым мобильным туристом. Наверное, из-за габаритов. Я очень рад, что я выиграл. Поеду еще в отпуск. И подарок мне нравится. Сергей Высокосов, Толеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый карагандинский.